Черновик этой картины Валерий Скварин написал на картонке, торопясь не упустить идею. Он писал по памяти портрет знакомой женщины, но позже понял, что ему удалось запечатлеть свое внутреннее ощущение Волги, и вечной, и переменчивой. Этот портрет представлен на выставке «Открытые эмоции», которая проходит в галерее «Новое пространство». Она разная. Она вроде молодая, вечная, вечно текущая, меняющаяся, но в то же время там есть все, и вот какой-то тучи набежавшие с холодной водой. Выставка включена в литературный фестиваль, посвященный поэту Михаилу Онищенко. Работы выбирались созвучно мотивом его творчества. «Лучший подарок читателям поэзии за последние лет 30, если не больше», так отзывался о стихах поэта известный российский литератор Евгений Евтушенко. В этот раз основной темой выставки стала эмоциональная жизнь человека. В экспозиции представлены работы трех самарских художников. Организаторы говорят, они хотели показать, как ощущения и переживания могут быть показаны через высокое искусство. «Мы живем с вами век фастфуда, быстрых каких-то решений, иногда не совсем качественных. Вот здесь вот это то, что является действительно камертоном искусства. Это эмоциональное восприятие, восприятие и понимание жизни, смерти, любви, жизни. То есть это философия. И, конечно же, когда сочетается литература, музыка, живопись, тогда, наверное, культурное восприятие становится более сильным. В итоге в экспозиции представлены самые разные по технике и жанру работы. Общее, художники работали с важными, хорошо знакомыми с детства сюжетами, обращаясь к тайным эмоциям зрителей. Выставка очень гармонична, все авторы дополняют друг друга. Я думаю, темы, которые всегда будут актуальны, они такие фундамент нашей культуры. Посетить выставку можно будет до 26 октября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.